Меры по подготовке к последнему этапу отопительного сезона обсуждались на специальном совещании с участием акима города Шымкент. В настоящее время к зимнему сезону готовы 20 из 23 отдельных котельных города. В остальных ведутся соответствующие работы. Также в настоящее время к отопительному сезону готовы 93% из более чем 2000 многоквартирных домов города. Работы в этом направлении завершатся к 1 октября. Подготовительные мероприятия также завершаются в 464 бюджетных учреждениях. Подготовка инфраструктурных сетей также ведется согласно графику. А ремонтные работы на котле номер 1 будут завершены к концу недели. В целом, ход подготовки к отопительному сезону 2023-2024 годов города находится под непосредственным контролем акима города. Каждый из вас, ответственный за котлы отопления, должен посетить соответствующие объекты и еще раз проверить систему отопления. Если есть какая-либо неотложная проблема, о ней следует открыто сообщать. Призываю каждого из вас взять на себя ответственность за свои обязанности. Давайте все вместе работать на благо народа. Я лично буду присутствовать на подготовке к отопительному сезону, сказал глава мегаполиса. Подготовка к отопительному сезону регулярно контролируется каждую неделю.